Ну чё, ей чё не включается? А, всё включилось нормально. Так, ну чё? Вот сейчас как включил, так сейчас и выключу. Где все мужики? Ну и где все мужики? Ой, меня Ромашка смотрит, а я смотрю Ромашку. Привет, Ромашка! Так, Ромариор на канале. Так, в общем, я жду 5 минут буквально, чаши раши и трешу. И если не появляется, то я ухожу. Я капризная барышня. Все, давайте, ну погнали, по коням, пидоры. Сколько можно ждать-то, ёпты. Как прям девочек нужно разводить? Не хотят играть? Ну как так-то? Йода, вырубай стрим. Ну я уже завел, я уже хочу сыграть. Йода, лох, кто играть-то будет? Да можешь, вырубай. Та, два сыкла. Ну да, два сыкла на самом деле. Давай я затрешу газом. А, не, он все уже согласился. Ладно, тогда я не буду газом отдавать. Так, ща я напишу, братишка. Ой, я не туда зашел. Все, короче, создаю, поехали. Поехали. Так. Вот так вот. Вот так вот. Карту выбираем. Какая там? Fighting Spirit. А, там сейчас можно любую, да? Любую карту выбираешь, она будет с обсерверами. Так. Ну, мели, наверное, да? Вроде не забыл, как игра создается, Йода. Захожу в обсерверы. Так, открываю. Захожу в апсы. Ну все, ребята, я вас жду. Треша, ну ты же богатый, ну сыграй с ним на 3К. Вообще, если что, я могу за Трешу газом отдать. В принципе... Я готов пойти на такие жертвы, чтобы посмотреть это событие. Так, Треша зашел. Ну, нормальную статую Ромашки. А у Треши что-то как-то не очень. Вин 71, лосы 110. Окей. Ромашка-то нормально играет. Так. Йо-йо-йо-йо, да. Блин, чаши наш хочет, я думаю, сделать скриншот, чтобы потом подтянуть Трешу за язычок. Да, это довольно хитрая идея. Заскринить, чтобы Треша там как-то... Юха, напиши в чате, что в случае поражения ты отдашь мне 3К.
пишет Чаш Раш. Не хочет просто так играть. Напиши, чего уж там, блядь. 3К больше, 3К меньше будешь должен, какая разница. Ну, эти два стремительные пацана, конечно, сейчас долго будут договариваться, я чувствую. Стремительные бойцы. Напиши ему там в чате, ёпта. Потом скажешь, что аккаунт взломали. Ничего с тобой не случится, Леша. Репутация твоя ниже не упадет, я полагаю. А, пользуясь случаем, давайте я вам расскажу, дорогие телезрители, что 2 и 3 декабря будет Zatak Cup. С нами связался какой-то чел. Ну, точнее говоря, блядь. Я за тебя газом отдам, если что. В общем, короче, с нами, вернее, не с нами, а с Лансером X связался какой-то чел, буржуй. И предложил официально порестримить Zatak Cup. Даже говорит, что заплатит какую-то денежку. Ну, я дал свое предварительное согласие, поэтому вот 2 и 3 декабря будем в паре, возможно, с Лансером кастить это дело. Ну, если Лансер не найдет себе другого партнера получше, может быть, Романа. Роману там денежка нужна, там не знаю. Ну, предварительно, в общем, я согласился. Блять, ну кто будет с Трешей играть? Аленка. Алена, не гони. Аленка, голову. С Трешей. Долги прощу. А, кстати, а как? Как там моя стата? А, у меня 41 победа, 20 поражений. Ну, надо сказать, что это не единственный мой аккаунт. И что-то, как бы, пока я еще не приноровился к новой сенсе. Жирный ап, я тебя выебу, пишет мне Треша. Нет, я ничего не хочу играть сейчас. Я недавно проснулся. Ну как недавно, 3 часа назад. Не хочу играть. Давай, Аленка, заходи. Так, давай, йо-йо. Йо-йо. Ну, Алена, ну, басик, не знаю. Он, конечно, может там придумать какой-нибудь пушек, рашек. Но это такой человек, одна стратегия. ТВЗ он вообще не умеет играть. Ну, там ТВП, я думаю, он может дать. Бой Треши, но только там какой-нибудь тайминговой стратегии, там типа две факты или там пуш с 5 фэктори с 2 бас. Ну, это то, что мне известно о стратегиях Кверти. В макро он, конечно, не потянет. Но посмотрим, посмотрим. Так, что, Ромашка, что ли, будет играть с Трешей? Что ж такое? Ну все, я выключаю стрим, мне надоело вот ждать. Ладно, подожду еще 2 минуты. Даю вам... Даю вам, короче, 2 минуты, чтобы вы как-то все-таки договорились сыграть. Хоть кто-нибудь с кем-нибудь. Пидорасы, блядь. Ой, прошу прощения за мат. Я не сторонник этого дела. Две минуты и выключаю стрим.
пидоры. Вот так вот. А, не, надо еще это. Кавайный смайлик добавить. Вот так вот. Да, я молодец. Да застрим нас, говорит Ромочка. Да ну и не хочу вас, говорит. У вас конфликта нет, понимаешь? Нет драматического эффекта. Ёба. Любой расы, любой расы. А чё, Треша? Поставь зерга. Тогда можно. Баланс будет. А чё, засал, что ли? Окей. Ладно, го. Мне надоело ждать нормальной пары. Давайте посмотрим, как Треша гребет от ромашки в ЗВТ. А, я думаю, что как бы... Может быть, это и не совсем по скиллу, да? Но я думаю, что Треша на самом деле гребет от ромашки в ТВЗ. Главное, чтобы ромашка не изображал пехоту там и что-нибудь еще в таком же духе. Надо играть тэч, там, придумывать дропшип, там, или вультурки. С Трешей у меня был один опыт игры ТВЗ. Я прилетел, короче, сделал дропшип, прилетел 8 маринами, и все, и Треша вышел из игры. После этого я ни разу не видел, чтобы Треша играл за ВТ, так что... Ну, дело такое, ребята. Давайте посмотрим, посмеемся. Думаю, будет смешной матч на самом-то деле. Чего-то. О, ромашка 430 АПМ, офига себе. Машинка. А, из новостей. Из новостей, да. В общем, я настроил мышку. Я по стандарту, ромашка еще и стрим слушает, стримхака. Я настроил мышку, как мне советовал Малкиях. Это 400 DPI, короче, без акселерации. Че? Не, я молодец, я честно. Ну, мы забыли уже про эту тему. Такое, там, кажется, жена пришла. Жена, это ты? Ты там не шуми, я тут стримлю. Так, ладно, ребята, в общем, у меня, короче, я думаю, есть время примерно одну игру постримить, не больше. Так, ну что? Треша идет в Expansion 12. Да, и на разведку. В принципе, не забывает на разведку. Ромаша. Ромаша, видимо, тэч не идет, потому что пора бы уже ставить газилку, но газилки нет прежнего. Ну, все, не придется. Да, я победу. Окей. 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 Ромашка убивает все еще 400 АПМ. Минералов накопил. Наверное, на второй ЦЦ. Так. Как вот эту фигню убрать? Нет, вот это надо. Это надо. А, окей. Все, я все настроил. Я молодец. Короче, Ромаша, у тебя должна быть стратегия дропшип, вот я тебе что советую. Вот дропшип, он сразу заставит Трешу брякнуться на пол от изумления. Просто дропшип делаешь, прилетаешь, и Треша падает. Окей. Ромашка забыл про лимиты, что у него 18 из 18, supply блок, supply только начал строить, а, и по-моему, что-то на самом деле не получится, не получится у Ромаши одолеть Трешу с такой игрой. Все-таки билдордер надо точнее исполнять, поскольку если сейчас у Ромаши не будет мариков, то его просто возьмут да изобреют первыми 6 собаками. А у него этих мариков не будет, потому что он забыл про саплайку. Вот, и он, ему даже приходится здесь ставить бункер, да, как я понимаю. 3 марика, 8 собак.
Окей, шоу-матч закончился. Ой, Ромаша, ой, Ромаша, ёпта, ой-ой-ой. Не, все, зря я собрался стримить этого пухлица. Не оправдал Ромаша моих надежд. Мне показалось, что он более-менее билд-ордер может исполнить. Чтобы выиграть трешу, ЗВТ надо просто билд-ордер исполнить. Вот, и не помереть там от какой-нибудь вот такой дешевой темы. Но, к сожалению, Ромаша не справился. Забыл он, что надо строить магнитофоны. Уже не контролит. Или контролит, я не знаю. Надо ГГ писать и выходить, Ромаша. А ты тут уже по лимиту. По лимиту все понятно. А вот Реша развивается. Поставил лейер, мутирует. Второй газик надо заказать. По газу тут ситуация такая, что надо заказать скорость и второй газ уже, да. Стримхакер Треша все понимает. Так. Контролит одной собачкой, подсылает еще собак, но тут уже есть бункер. Я думаю, все-таки Ромаша продлит свою агонию. Ситуация, конечно, плохая. Никаких таймингов не получится уже против Трешки-то. Треша достраивает собачек. Надеюсь, Ромаш это слушает и успеет вывести там рабочих. Так, надо загораживать рампу. Что-то не загораживает рампу, к сожалению, наш Роман. Наш великий украинский прогеймер. Эй-кей, кухонное животное. Эй-кей, пухлый. Эй-кей, танцор. Да-да-да. Ой, законтролил, смотрите, законтролил. Романчик. Не помер он и на этот раз. А вот Реша, в общем-то, просто так слил собак. Не хватает дронов на натурали. В принципе, если бы он тоже как бы нормально все делал, мог бы уже и третью поставить. С такими ранними успехами с собаками. Терн бы это никак не законтрил. Да, ну а Роман делает третий барак. Вообще надо уже инженерку строить. Прогрейды он забыл в академии. Да, а практически все закончилось. Так, что тут? Ого, похоже, Треша слушал мои стримы, знает, как играть в ЗВТ. Смотрите, заказал по аверодов в каждом из хэтчере. Понимает, братишка, шарит, как надо играть. Да, вот. И вот еще третий. Да, вот еще третий. 59 лимитов, все нормально. Хотя 9 муталисков, видимо, не получилось. Получилось только 6. А тут инженерка еще не достроилась, мута уже заказана. Ну, в общем, да. 40 на 40 Треша обгоняет Романа. Как же так, как же так? Окей. Роман, надо ставить туретки. Ставь туретки, и мы победим. Просто туретки поставим, и все. Давай, давай, туреточки. Все, летит уже Треша, контроль. Сейчас посмотрим на... Могучий прогеймерский контроль. Да, и Треша начинает контролить как безумный. Просто как безумный контролит. А-а-а, бум, сучка, бум. Не, я ошибся, вообще-то туретки можно было и не ставить. Ну, по одной поставь, там Треша сам и не убьется, мне кажется. Нормально будет, Роман. И стимпачок один раз нажать, да, нажимаем стимпачок. Треша продолжает по контроль, про геймерски контролить. Что еще вам сказать? По-моему, это гидралис Бен, да? Третьей базы до сих пор нету. Ситуация выравнивается в пользу нашего украинского добродушного толстячка. Вот, тем более, что сейчас Треша, я думаю, пожалеет о том, что он не влепил 10 санок, потому что, в принципе, Ромашка уже может идти в атаку. Я, правда, не знаю, как там у него радиус доделался. Стимпачок точно есть, а вот насчет радиуса я не уверен, может, он вообще про него забыл. Да, и Треша показывает, что он, да, он слушает стрим, он добавляет еще санок, достраивает собак. Не, ну, ребята, ну, это, конечно, весело получается так.
Так, Роман, слушай мою инструкцию. Шагай на 11 часов, там экспаншн стоит. Треша заказал санки, ты его не пробреешь. И тем более, что он сзади тебя муталисками подстерегает. Назад, назад, Роман, назад. А, молодец. Смотрите, дорогие телезрители, как я контролю обоими оппонентами. Так, контроль, Треша, осторожно. Роман, надо идти на 11 часов, там третий экспаншн стоит. У Треши еще нет люркеров, поэтому все окей будет. И про тылы не... А, нет, с лами у тебя все хорошо. На 11 часов иди там. О, как и непобедим в бою. Спасибо за донат, друзья. Страшен в жизни своей на краю. Он мастер Йода, знаете. Вот он, наш старый герой. Вот наш старый герой. Наш старый герой. Спасибо за донат, ребята. Так, я самое главное это не сказал. Ой, тут можно было пробить, наверное, или нет, наверное, не стоило. Ну, короче, Роман что-то это, потерял мамку, третью базу не убил, возвращается домой, отбивать свой мейн, ну, тут уже как бы дела не очень, да, сами понимаете. Самое главное я не сказал, я собираю на PUBG. Мне нужно купить PUBG, чтобы стать модным парнем. Окей. Так, походу, Треша вообще не собирается делать люркеров, он переходит сразу же в хайв. Ну, я даже не знаю. Так себе идейка. Хотя, что там по грейдам? Блин, как это включить? Ага, грейдов нет. Не, нормально, муталин как раз зайдет. Да. Ну, вы сами видите, какой у Треши уровень в ТВЗ. Вот примерно баланс у них с Романом. Насколько плохо Роман в ТВЗ, настолько же, в принципе, плохо и Треша. Про геймерский контроль опять показывает, сколько там... Сколько там осталось? Два муталиска. Ну, про геймер, что сказать, про геймер. Вспомнил про третью базу Треша, да, надо качать. Люркеров так и не сделал. Кстати, вот если сейчас Роман пойдет реально и забреет эти 4 санки, да, ни в чем, в принципе, можно выиграть на изичах. Все еще. А, у Ромариорта 59 лимита. 60 лимита против 47, как так-то? Вроде бы Треша вел всю игру, переходит, во что он переходит. Сейчас я посмотрю, для Эволюшена, Great Aspire. Так, Треша, ой, Ромаша, слушай мою команду, нужно делать врайтов. Тут готовятся гварды. А, ну или просто можно проатаковать, в принципе, в лоб. Да, тут одно яичко не спасет. Не спасет Трешу. Довольно много здесь мариков нападает. Роман как умеет. По-простяцки. Стимпак атачка. Не фокусит по санкам. Хотя, это, в принципе, этого даже, наверное, не нужно. Что тут? Тут гварды заказаны. Главное... Ай, сейчас просветку. Ай, Роман, просветку. Да, тащи изи в какашульку. Бум, сучка, бум. Пробивают Трешу. Трешу пробивает, а где врайты? Где? А нету врайтов, а нету старпорта даже нету. Ну все, да. Нет, все-таки это конец. Все-таки это конец, друзья. Треша должен выигрывать. Но Ромаша показал интригу. Сейчас, это последняя игра, кошка. Мяу. Да, последняя игра. Да, что? А? Да, ну чайник держится, да иди. Ну, ГГ похоже, друзья, ГГ. Похоже, ГГ. Три гварда решили игру. Ну, Роман молодец, поконтролил. Ой, третью базу уже прикрыл. Прикрыл Треша третью базу. Что-то мне кажется, что даже я как бы не практикуя Террена уже, наверное, лет 5, да? Что я бы сейчас взял Террена и Трешу бы, конечно, тут бы размусолил на изичах. А, вот он, врайт появился по моему совету. Ну что, Роман не отчаивается. 53 на 66. Окей. Окей. Да, два старпорта аж на появилось. Ну что?
Кстати, нормальная идея сейчас, да, как бы масс-фрайты могут зайти, такое, делаешь фрайтов, залетаешь сюда, а здесь никакого антивоздуха. Трешину басик. У него есть дефилеры, но он что-то долго-долго оббегал, взял с собой двух люркеров, шесть собак туда и один дефилер. Ну что, надо контролить, надо заказывать сейчас фаеров. Да, вот он сварм. Сварм от Треши. Треша продолжает свое стремительное наступление. Надо скушать собачек. Да, вот он кушает собачек. И есть у него еще энергия. Ну что, Треша все-таки показал скилл. Да, видимо, будет добивать бедного Ромашу. Тем более, что третья база у него закачала как следует. Два врайта полетели на базу. Здесь унижает дронов. Да, спасибо. Ай-яй-яй. Ну, я болел за Романа, я думал, он выиграет на самом-то деле. Но он, видимо, просто разнервничался на стриме. Вы сами все увидели, как бы, да? Что победа была, можно сказать, в руках. 10 пачек скоржей сейчас врежутся в одного врайта. Давай, давай. Нет, не в одного врайта, к сожалению, не врезались. Но там было близко к этому. Треша контролит. Треша контролит. Так, Роман тоже контролит. Просветка! Просветка! Отлично. Отлично. Отбивается Роман. Нет, на потом, Мусик. Ну, сейчас закончится. Да. Ай-яй-яй. Что там по грейдам? 0-0 у Зерга. У Романа тоже 0-0. Я бы сказал, что это главная его ошибка в этой игре. Была бы одна атака, он бы и здесь забрил, да, бы с куда меньшими потерями. И сейчас бы уничтожил бы натурал, сходил бы на третью и вообще выиграл бы эту игру. Экспертная аналитика. Много фаеров. Заметим, что лимиты все еще примерно одинаковые. Да. Окей. Чё там в чате? Effort with the Flash играет. Ой. Так, я альтабнулся. Что тут произошло? А ничего тут не произошло. Треша опустил два тумана. И типа атакует. Но про грейды... А вот у него появились 1-1 грейды. В принципе, как бы с такими грейдами, да, уже, с учетом того, что у Терана нет грейдов. Тут как бы эти два слона убивают всю эту пехоту на зичах. Может быть, даже один слон убивает. Нет, один слон не убивает. Нужен еще естественный грейд плюс 2. Смотрите, фокусит Роман, да? Понимает. Понимает StarCraft. Фокус-покус. И has left the game без ГГ. Ну, на этом стрим заканчивается. Спасибо там за одинокий донат. Не знаю, сколько там было. Ну, спасибо. Надо PUBG покупать. Все, всем пока, всем до свидания, удачи. Надеюсь, Роман вас порадовал своим скиллом. Завтра, может, еще постримлю.